Русский художник сделал фильм «Король Лев» таким, каким его хотели видеть, в стиле оригинального мультфильма. Автор ролика объяснил, что работал с CGI-технологией для проецирования конкретного стиля на изображение. Выглядит заметно лучше того, что сделала Disney. Кстати, Виктория, в Австралии выпал снег. Непривычный для теплого континента вид осадков не выпадал здесь уже 35 лет. Поэтому ему были удивлены не только люди, но и кенгуру. В сеть попало видео, на котором ошалевшие животные без перерыва прыгают по белому пространству, не понимая, что происходит. Поступок обезьяны в Индии вызвал восторг у пользователей сети. Животное попило воду из городского крана, закрыло его и только затем спустилось вниз. Юзеры восхитились поведением примата, заявив, что оно может служить примером для некоторых людей, которые не экономят воду. В сети стал популярным ролик, на котором щенок французского бульдога пытается отобрать лежанку у кошки. Полосатый в ответ на притязание собаки продолжает сидеть и с недоуменным видом наблюдать за действиями противника. Затем кошка начинает бить пса по голове лапой, однако она нападает не очень активно и агрессивно. В итоге собаке удается отвоевать лежанку и обосноваться в ней. И напоследок, забавное видео, в котором питомцы смотрят на человека, который их снимает. Один из котов так заинтересовался, что попытался подвинуться ближе, но вместо этого свалился со стола. А этот кот оригинальным способом спускается вниз. Вместо того, чтобы идти лапами по ступенькам, он просто ложится на бок и скатывается вниз. Дмитрий Беломестнов, новости на восьмом.